Новый шаг к импортозамещению. В Белгородской области открыт завод по производству ветеринарных препаратов. Это уже второе подобное предприятие в регионе. А значит, в недалеком будущем белгородским аграриям не придется закупать импортные лекарства. Они знают свое право, в том числе и избирательное. Член Центра избиркома Денис Панчин встретился со студентами БелЮИ. Темой беседы стали чистые выборы и участие в них молодых юристов в качестве независимых наблюдателей. Им проще объяснить не специалистам, было ли это нарушением, не было ли это нарушением. Для них клиент всегда прав. Накануне профессионального праздника поздравления принимают работники торговли и сферы услуг. Знающие толк в спросе и предложении готовы делиться опытом с молодыми коллегами.